В Хангаласском Улусе также состоялось обсуждение стратегии. В нем приняли участие члены правительства и жители Хангаласского Улуса. Первый же наболевший вопрос касался строительства моста через Лену, который решил бы многие финансово-экономические вопросы. Судя по ответу заместителя министра финансов республики, строительство следует ожидать в 2020 году. На встрече также обсудили вопросы, касающиеся дальневосточного гектара и импортозамещения. Система целей, направленных на развитие человеческого капитала. В этой стратегии прописано улучшение качества жизни населения, продолжительность жизни человека до 77 лет, это до 2030 года должны добиться. Благоустройство всех населенных пунктов до 70%. Ну, то есть все в этой стратегии прописано все то, что, чтобы для развития, для улучшения жизни населения в республике. В данной стратегии не указаны ни суммы, ни мероприятия, так как это просто ориентиры и векторы, к чему должны стремиться. После этого будут приниматься государственные программы, которые будут наполнены средствами для исполнения тех мероприятий, тех планов, которые указаны в стратегии.